Всем привет! Давайте сегодня приготовим гуляш из куриных желудков. Для этого возьмем лук, мелко его нарежем. Возьмем куриные желудки, разделим их на три части. На подсолнечном масле будем жарить лук до золотистого цвета. Затем добавим куриные желудки и будем тушить порядка полутора часов. Полтора часа добавим 2 раза воды по 200 мл. Добавим соли, добавим специи. За 5 минут до готовности добавим муки, все перемешаем. Также добавим томатную пасту и будем тушить 5 минут. Гуляш из куриных желудков готов. Мясо получается очень нежное. Мясо можно подать с гарниром из перловки. Сверху я обсыплю зеленым луком. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!